Ахшамлар, бүгін Хырым Ижғалының 694-й күні. Эфирде Заман студияда Эльмаз Асан чалышмақта. Хырымда махкеме Мустафа Джемилевні апске алды. Ғиаби Буақта адвокат Джемил Темишев білдірді. Оның сөзлеріне көре бөле қарарны Ахмеджитнің Киев район махкемесі чықарды. Махкемеге апске алмақ талабынен ФСБ тақиқатшысы мұраджат еткен махкеме есе қол тұтты. Русияда Мустафа Джемилевге қаршы үш жинайы іш ачқанлар. Оны қанунсыз сыныр, қанунсыз селя, веб атлайджи әлетлеріні ФД тұтқанында қабатлайлар. Шынды Қырым татар халқ лидеріні федераль қыдыруында илан еттілер. В отношении Мустафы Джемилева возбуждено уголовное дело по тем статьям Уголовного кодекса, там незаконное пересечение границы, незаконное хранение оружия, его ввели в розыск. Ну, обосновывали это тем, что он является на вызове следователя, является гражданином иностранного государства, может повлиять на свидетелей, уничтожить люди. Кстати говоря, имеет постоянного места жительства к нему. В совокупности это послужило основанием для обвинения, значит, политический, скажем, окрас. И все делается для того, чтобы не проявлялась политика, как это было психологическое, не такое политическое давление. Я, конечно, бы рекомендовал ему обжаловать это постановление, но как решить клиентов, мы будем поступать. Хырым татар халқының мәжіліс елбашчысының рейс Мавина Ахтем Чигозны Русия адвокаты февраль 26 ішіні тәртіпсіз фабрикация оларақ адландырды. Николай Полозовның білдіргеніне көре о 26 февраль күнінің ішінен таныш олды. Оның фікірінде мәскүр іш тәртіпсіз фабрикация ве о басман адалетсізлігіне бензей. Бұндан да ғайры Полозов Ахмеджитнің Русь махкемесі Мустафа Джемилевні ғияби шекелді апске алынуыны фікірсізлік оларақ адландырды. Порошенко Хырымның Ижғалинен көрешеде қызмет тәшкіл етті. О Хырымның президент темсілділігі янында чалыша жақтыр. Буақта Петр Порошенко айры ферман имзалады. Темсілділік шынды Одессада ерліше. Вақтынже оны Херсонға кечіреджеклер. Базы бөліклері есе Киевді олажақ. Темсілділікте 28 кіші чалыша жақтыр. Ферманға көре идаре ішіні янылаты жақлар. Ижғаль олынған ярымададан чықып, Қытайы Украинада яшаған инсан Ларнин чалышаджах болюк олачахтыр. Бунин берабер деокупацианин ограшаджах кызметте чалышаджах. Киев Хырымның қайтару процесының башламасыны илан етті. Украина Малия Назерлигінің елбашчысы Наталья Ереска Давостаки 46 бутындыя иқтисади форумда девлет акимиеті яхын арада ижғал етілген ярымаданың қайтаруы бойынша тешебус азырланғанны білдірді. Оның айтқанына көре Киев-Женева форматы кебе мақсус форум тешкіл етмеге істей. Форумға Украина, Европа бірлігі, Америка Хошмаштатлары ве Русия кіреджек. Бұна есе жевап оларақ Русия президентінің матбуат кәтібі Дмитрий Песков Қырымның менсуплігі бойынша мәселе йоқ олғанны қайт етті. Оның ічін Русия бұны музакере етмеджек. Нуман Челебиджихан адына Қырым татар батальонына 250 инсан язылды. Батальон Херсон велиетінде шекілене. Батальон Украина Юхары Шурасы яды ічкі ішлер назерлігінің тәркібінде олажағы да белі дегел. Тәфсілятлыйджа Эльвина Сетбулаеваның левқасында. Бұл ерден енді Қырым көріне обырын қач метрді едір. О яқын олғаны көбі оледі ұзақ. Айнымында Қырым татар батальоны тешкелетіле ве о Қырымны ишғалдилерден бошатачақ. Осенью пришла повестками в российскую армию. Я, получается, взял украинский паспорт, пошел в военкомат. Боғлан Қырымдан оның яшы 20-ден біраз зәді. Күзде Русия ордысына қызмет етмек үчін жілтінаме кетірділер. Ишғалчілерінге қызмет етмеге рет етті, қытаға көчті. Адыны вейузыны ғызлей, соляр үчін рацызлана. После диплома, как я получил диплом, я опять стал военнообязанным. Пошел в военкомат, говорю, почему, говорю, не прошу.
прислали повестку в российскую армию, говорю, если я являюсь на данный момент гражданином Украины. Я решил после данного случая выехать. Вас один раз приглашали или по несколько раз? Повестка мне один раз приходила. Бызерн кирнян санарда корошток ойсе онын тахдырна экге болды. Ишгальден эвел весон. Генч эйжанлана. Ана бабаларнын эвы якын, ама агрессор анда улганы үчүн кайтып оламай. После того, как объявили набор именно в наш батальон именно Нумана Челебжихана, я пошел именно туда. Произошли те события именно в 2014 году. После него как-то мне сказать, Крым стал какой-то серой зоной. И я больше не мог там уже находиться. Крым татар батальоны НАТО стандартларына бинайын тешкил етілейджек. Кайдеты Крым ватандашлық блокадасының елбашысы Ленур Ислямов. Айтқанына көре батальонға 250 инсандан зияды енді язылды. Не важно же, сколько шакалов на вас нападает, важно, сколько у вас львов, которые готовы с этими шакалами сражаться. Я отношусь к категории тех людей, которые не верят в мирное освобождение Крыма. Это мое субъективное мнение. Я все-таки не потому, что я готов сам сражаться за Крым, я потому что вижу и понимаю, что другого варианта не будет. Но опять же, это мое субъективное мнение. Мы должны быть готовы к этому сценарию. Крым батальонына 580 инсаны алмаға көзде тұталар. Олар арбий қоведлері яда милиция кянында олачағы шымды оғренілі. Мы говорим о подразделении, которым будут служить люди, которые были вынуждены покинуть Крым. Сыновья, которые достигли призывного возраста, они могут призываться в это подразделение. Там могут служить выходцы из Крыма, которые... По контракту будут защищать свое государство, Украину. Там могут служить дети тех людей, которые сегодня живут в Крыму. Батальонға чешет милет векілері кіре білі, ама бір шарты бар. Емек әл алылмалы, демек ислам қануларға бинайын. Эльвина Сетбулаева, Эльдар Эсматов, Заман АТР. Крымда Крым татар милли мухтарет улган олса, ярмадада ижгаль этилмез эди. Бойле фикрны халкара укук профессоры Александр Задорожный озынын аннексия Крыма международное преступление китабыны тагдым эткен заманда билдирди. Юридик илимлер докторы билдиргенге көре өз ватанынын тагдырыны Крымнын тамыр халкы белгилемек керек эди. Мы зараз віддаємо кримським татарам те, що нам уже не належить, да? І так почали дуже активно це робити. Ганьба! Це треба було зробити в 90-ті роки. І поставити крапку на цьому. А ми робили все для того, щоб корінному народу Крим не віддати. Ось маємо наслідки цього. Украина ватандашлары Украинанын кырымлы караманларыны бу унванындан марум этмеге чагыралар. Боле талап эле петиция Петр Порошенконун саефесинде пейда олды. Петиция муэлефу Украина журналисты ве тарихчи Вахтан Кипиани. Кырымда Украинанын 4 караманы бар. Бу КГМПонун ректоры Февзи Якубов, фиолен завод мудиры Сергей Баталин, Украинанын сабы халк депутаты Борис Дейч, веве фат эткен ТНУ ректоры Николай Багров. Петиция Муэлефы оларның ижгалджилерге қол тұтқанында қабатлай. Президент петицияны бақып чықмасы ічін она 90 күн ічінде 25 бин инсан қол тұтмақ керек. Екі күн девамында петицияға 2 бинден зияде инсан қол тұтты. Крымның Русь ижгалджилері бір қач қанлы провокацияларыны азырлай. Терактларыны Крымда сияси қаршылыққа кедер этмек ве Донбастаки вазиетіні кергенлештірмек ічін азырлайлер. Бұны Джахар Дудаев адына батальон командиры Усмаев білдірді. Ижгаль Улунхан Крымда теракларына Чеченистан чинкеверлері Кадыров тарафындан азырлай. Шымды олар енді ярамадада. Буақта Джухар Дудаев адына батальон елбашысы Адам Осмаев сесілендірді. Айтханына көре теракларына Ахмечетін бірнқаш көшесінде бейджермеге планаштыралыр. Вокзалларда православ кеселелері керіш паром кечетінде. Террористические акты должны произойти на Куйбышевском и Центральном рынках Симферополя, а также на трассе Симферополь-Ялта, Ангарский перевал. Не исключено, что диверсия будет проведена и в городе Севастополе.
По предварительным данным, будет подорван один из кораблей Черноморского флота Российской Федерации. Тераклар Олган Ерге Украина активистлернан телефон номерларына ташла жуахлар. Бу Адам Усмаевнан, Крым ватандашлык блокада штаб юлбашчысы Ленур Ислямов, Вехрым татар халк лидер Мустафа Джимилевнан номерасы ола білия. Бунин бирабер патлав Олган Ерлерде Чешит Гунуль батальон Азов шифронларына, яни Омус тимсалярына ташлай білиелер. Оларнан Ахмеджитте энді 200 ден зияде бастырғанлар. Делают провокацию под нашими шевронами, например, какую-то. Потом они находят как визитку Яроша, допустим, там находили где-то, также находят там наш шеврон, и при этом при обысках какую-то запрещенную литературу, и в частности принадлежность и к ИГИЛу, и к нашим батальонам. Ярамадада азырланган провокациялар ақында Азов полкында да білелер. Сонки вақытта ФСБ хадимлері Азовда қызмет еткен қырым сәкінлерінің евлеріне келелер. Естесіна етмейлер, оларына да теракта қабатлай білелер. Мы уже сталкивались с таким явлением, как какие-то якобы теракты, которые пытался полк Азов устроить в Крыму, как он будет пытаться. Ну, я считаю, что это абсолютно все чушь. И как бы ни один здоровый азовец, который сейчас находится здесь, из Крыма, он обратно не будет ехать, пока территория не будет освобождена. Ярмадада да қанлы провокацияларнен Москва Минск анлашмалары бежерлемесінен бозмаға истелер. Украин гойнул аскерлері айтханларына көре, бұл вазиетнен қоланып, Русиядан басқа басқы башламаға планыштыра. Наталка Калинка, Эльдар Тарахташ, Заман, АТР. Крым айванат бақчаларының тесісшісі Олег Зубков Крым ижғали вақтында Русияге қол тұтқаны үшін язықсына. Бұны ОДИМА телевидение эфирінде білдірді. Оның айтқанына көре, 2 ел девамында оның сказка ве сафари айванат бақчалары инкишаф етмеді. Аксине Русия әкеметі оның бизнесіні йоқ әтмеге тірішті. Ал азырда Зубков кенді айванларыны Европа мемлекетіне кечірмеге істей. Қатырлатамыз, 2 ел әвелсі егерді украинлер Крымға келселер, Зубков оларға қаршы ойс арсланларыны үсілдітмек істеген еді. Бұнен бірабер у Путинге әйкел тіклемеге істе еді. Действительно был очень ярым сторонником присоединения Крыма к России, поскольку видел в этом и развитие Крыма, и решение тех проблем, которые накопились в последнее время с украинским правительством. Но я ошибался. Сегодня развитие, никакое развитие Крыма, к сожалению, невозможно. Сегодня я даже перестал мечтать о развитии своих будущих проектов. А существующие проекты находятся под угрозой полного закрытия, и, возможно, мне придется перевести свой бизнес в одну из европейских стран. Потому что работа сегодня в Крыму стала невозможна не только из-за непрофессионального руководства Крыма, но и из-за тяжелого фискального гнета, из-за санкций и много-много другого, что произошло в последнее время. Кереч кечетті 700 инсаны іштен бошатаджақ ола. Бұны Керечнің Русь мемориетінің елбаш Чимавины Роман Кереченко білдірді. Оның айтқанына көре, іштен бошатылуының эсас себебі қалқара санкциялар. Эвел Деніз Лиманы Түркия, Яқын Шарх, Мысыр ве Юнанистан елі алыш веріш бойынша ішбірлік япайды. Ел әвелсі Украина арбилері Донецк ава лиманны тәрк әтті. Ава лиман үшін ұруш 242 күн девам әтті. Арбилерінің қараманлығы бүгін дәвлетінің әрбір ава лиманында анылды. Борисполь ава лиманында Киев гарнизонының оркестрі чалды. Бұнен бірабер тарихи хатара платформасы тағдым әтілді. Оның әсасында виран әтілген Донецк ава лиманның мониторы тұра. Романлар Ольмес оларға шырей. Бұл сөздерінен Бориспіл ава лиманында Донецк ава лиманына қорчалаған кебірлеріні андылар. Мұнда фаджалы вақайларының елігіна бақышланған тарихи платформа екеліні тақдим әттілер. Абидеде Донецк ава лиманындан кетірілген монитор. Украин әскерлерінің қарманлығыны қатырлата жақтыр. Этот уголок памяти будет находиться в аэропорту Борисполь и напоминать нам о том, что жизнь с полетами является таковой благодаря тому, что кто-то защитил эту жизнь для нас. Абидене тіклемек үшін кибірлардан бірі Николай Воронин тешебіз көстерді. О мониторны хорчалады. Айтханына көре Дженк әркезге яқын олғаны көстермек үшін тікленгендір. Пішли четверо людей у ту вылазку.
Я, Кепа, Фартовый и Белка. Ось мы пролазили там по третьему, четвертому поверху, знайшли сепаратистське лігво, де вони, диверсанти, постійно заходили, нас кошмарили там. І цей монітор, між іншим. Моніторнан чөрічетінде Иля Колган Украина әскерлерінің ресімлері. Оларнан сүкінет дақасынен андылар. Донбасс вақиялары Киев санатшысы Биатаға ильхам берді. Оларнан жесареті ресамны первасыз қалдырмады. У меня муж волонтер. Вот, фактически с первых месяцев войны у нас дома уже обсуждались эти военные темы, волонтерская тематика, постоянно были звонки. Вот, ну и как-то просто возникла потребность выразить и свое отношение, и одновременно по-своему как-то приложиться к поддержке ребят, показать, что их не забывают, что о них помнят. Вот. И, с другой стороны, это мое собственное оружие в информационной войне. Қырым сәкені Дмитрий Нахимов досынен көрішмек үшін келді. Николайнен Бирабер ғонылы оларға қатуға кеттілер. Бирабер қызмет етілер, ама ава лиманына қорчаламаға қадар Дмитрийнің фұрсаты олмады. Мы с ним говорили о том, что ничего в Киеве не изменилось. Вот. Ну, не хочу переходить на эти события, как бы, да, но много, вот мы ходили с Майдана, как бы, да, сейчас очень сильно упали настроения, как бы, да, народ разочаровался то ли во власти, то ли в войне, то ли не знаю в чем. Но... То есть фактически очень, те проблемы, которые были, очень много, те же остались. Ресми мәліметлерге көре Донецк ава лиманында 200 украин әскері әлі қолды. Илья Смирнов, Эльдар Тарахташ, Заман АТР. Украина әлі оқу юртларында қырым татарлары үшін квота пайда болады. Ишғал етілген территорияларда яшаған абитуриентлер үшін ішлеп шығарылған яны қанун лейхасыны Украина тәсілве ілім назиры Сергей Квит тақдым етті. Абитуриентлерге Ярымаданың Русь мемориеті тарафындан берілген весихалары көстермеге керек олмаджақ. Олар үшін мақсус аттестация тәшкіл етілежек. Назир хатырлатты ки, назирлікнің сайтында ишғал етілген территорияларда яшаған мезунлар үшін мектеплер жедвелі ерлешкен. Анда мезунлар имтянларыны экстерн шекілді тапшыра біле жеклер. Бөле мектеплер әрбір веләетте бар. Цей законопроект дає можливість Міністерству освіти і науки створити спеціальний порядок визнання кваліфікацій, здобутих нашими учнями і студентами, тобто ми не приймаємо документи, але будемо перевіряти кваліфікації за спеціальним порядком. І друга ідея, яка закладається, це створення спеціальних квот для випускників шкіл з окупованих територій. В першу чергу це стосується Криму, і особливо це стосується кримсько-татарського народу, який перебуває в стані геноциду. Тобто це надзвичайно важливий законопроект. Шановні колеги журналісти, я до вас звертаюся з проханням, як ви будете давати цю інформацію, також повідомте про те, що Міністерством освіти і науки створені і вивішені на сайт Міністерства спеціальні списки шкіл. Такі школи визначені в кожній області, де можна прикріплюватися і навчатися дистанційно з окупованих територій, і також списки шкіл, де можна здавати екзамени екстерно. Бусонки хабірмасиди сізге і яхшамлар тілі. Сағлық нінхалыз.